Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны, все платиновые и все сотого уровня. Ребята, кто хочет себе всех персов, сотого уровня аккаунта, кучу баксов, мутагена, подписочку Додзе, конечно же, навсегда. Пишите нашему подписчику, ссылочка, конечно же, в описании есть на него, говорите, что от команды Detol вам будет бонус, количество бонусов ограничено, так что спешите, успейте его получить и играйте на максимум, так же, как и мы, ссылка в описании, пишите и наслаждайтесь игрой. Ну а мы погнали в турнирную арену, Лигу Мастеров, команда Detol, как всегда, на первом месте, и сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а это будет у нас Хамелеон. Хамелеон, тебе лайк и сердечко, все сделал, лайк влепил, подписан года 3 уже, в видосе не был, состав супер загадка. Ничего себе супер загадка состав, это круто. Так, подруга Карай, не Эйприл. Подруга Карай, не Эйприл. Подруга Карай, не Эйприл. Эйприл Кунаичи? Не, я думаю, это Шинигами. Да, видимо, она. Точно, точно. У нас-то выбор особо небольшой на самом деле. Девчонок-то не так много. Но Шинигами подходит. Сейчас возьмем. Это супер загадка, кстати, между прочим. Так, вот супер загадка. Уже первым персонажем отгадали. Это круто. Пытался контролировать мозг Сплинтера, не Шреддер. Пытался контролировать мозг Сплинтера. А, это же Крысиный Король. Конечно, конечно, Крысиный Король. Где-то здесь он должен у нас быть. А мы его, кажется, пропустили. Не может такого быть, где-то он в самом начале. Ну-ка, здесь по чуть-чуть достать будем. Или у нас наоборот в самом конце, что-то его... Не, он что-то где-то в середине или под конец где-то он был. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, где наш плаще Крысиный Король. Вот, точно. Так, вот и третья суперзагадка у нас. Болотный монстр. На него идет турнир. Ничего себе, прям сейчас. А это же Крип. А это Крип, да. А это Крип, болотный монстр у нас, конечно, конечно. Надеюсь, я в ту сторону листаю. Вот он, да, поехали в бой. Необычный состав, короче. Ребята, не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно поставить лайкусик, поделиться этим видео, это очень важное условие, и, конечно, написать 3 персонажа в столбик комментариях, а лучше 3 загадочки, а лучше 3 супер загадки написать, чтобы точно попасть в видосик уже в следующий, так что пишите и попадайте в видео, и мы будем играть за ваш состав. Так, ну что, погнали, у нас здесь Шреддер, главный наш противник, и прям летучих мышей, мне кажется, можно на него отправить. Да-да-да, Шинигами запускает своих летучих мышей, и ого-го-го-го, 6700, постепенный урон, это мощно, можно, кстати, даже его оставить. Да, не трогать его можно, давай, наверное, Лео, да, по Лео такой. А где здесь большая крыса? Это массовая атака. Не-не, а где большая? Вторая, да? О, вторая, вот она, все, полетели, большую крысу запускаем, вот такую огромную, на тебе, и умер Шреддер. И Крип теперь у нас еще атакует. Давай, да, высосим, да, хелса у него вероятность? Да, высосим, у нас полная, конечно. Плюс 3000, кстати, ничего себе. Вот это да было, вот это было, да. Да. Вот это атака. Мощно, сколько наносит урона, столько получается и лечится. Да, это очень круто, ребята. Суперспособность. Правда, вот Лео что-то у нас лечился, и так все равно с маленькими хелсами остался. Так, ну что, у нас обезьяна вешает защиту и смотрит... А что на два раза-то атакует? Да я не знаю. Вообще очень много атаковали, если честно. Еще и подлечился опять. Да хватит лечиться уже, все, перестань. Сколько можно. Так, Майки в тень уходит, конечно же. Да, убегает. Майки знает, когда жареным запахло, сразу надо мотать, сматываться в лес куда-нибудь подальше, чтобы не нашли. Крысиный король атакует раз 1400 и... Слушай, какую нам атаку-то здесь использовать крутую? Колючки? Слушай, по-моему, у него больше не осталось каких-то мощных атак. Ну просто, короче, бьем руками и всего лишь на 1700 очень мало защиту повесили наши противники, даже вот... Кусаригамочка наша от Шинигами, наверное, не поможет. Ну-ка. Почему не поможет? А нет, помогла. Помочь, ты чего? Помогла, хорош. Отлично, отлично. И здесь кого? Макаку будем? Ну, кроме макаки никого не остается. Ну, давай, да, его отковать, почему давай. Нет. Тем более у него и защиты нет, только меткость повышена. Вот так вот, оглушение на 4000, очень неплохо. И здесь у нас что? По Шинигами прилетает от Сенсея, лечится там...
в тени в своей майке. Тени, да, в своем тумане. И Бильчат еще запускает пасмани, мы практически потеряли Шинигами. Офигеть, офигеть, клоуна тогда запускаем, а что делать? Клоун, страшный-страшный клоун, летит просто, опа! И на 4,5, круто, кстати, хорош, говоря. Очень хорошо. И смотри, Крип лечится. Нифига да, себе, молодец. Молодец. Делает. Так, у нас, кстати говоря, прикольная штука вот эта вот. Давай ее используем. Ну давай, атака. Почему нет? 2600. 2600. Ну, контр сейчас. Слабенькая контратака. И теперь рукой щелкнем просто по нему. Я бы вообще хотел, на самом деле, массовую же использовать, чтобы этого майки выбить. Все равно он бесполезный. Ах, Шинигами теряем. Надо подождать. Так, ну что, Майки теперь рвется в бой, посмотри, использует свою способность. Крип. Очень долго мы атакуем, здесь вообще просто какая-то адская у нас битва происходит, ребята. Мы теряем противников, теряем союзников и всех-всех теряем. У нас осталось два друга и то полудохлых. Согласен. Так, ну что же, Крип еще одну атаку проводит, 1200. Все, массовую. Достаю. Массовую, да, отправляем массовую атаку обязательно, и все, и побеждаем, наконец-то, это было очень долго, ребята, такая вот победа была, ну, рьяный бой, сильные противники, явно видно, что хороший составчик у нас, тоже мощный был, и ну, новый составчик берем, от Анастасии Харьковой, Анастасия, тебе лайк и сердечко, конечно, поставил лайк, поделилась, подписалась, и вот мой состав, так, огромный крокодил, есть такой у нас. Сейчас мы его возьмем. Зеленый, вот он. Вот он, да. Близкий друг Шреддера в роботе. Есть такой близкий друг Шреддера в роботе. Он у нас, кстати, в самом начале. Где он? Ну, Крэнк, конечно, да. Ну, а где, он кстати? Друг, он его босс, получается. Ну, получается, но, да. Давай его возьмем. И огромная черепаха. Это слэш. Слэш у нас тоже есть. Вот он. И мы отправляемся в бой. Не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно обязательно, ребята, поделиться, поставить лайкусик и написать три персонажа в столбик комментариев. А лучше три загадочки мы будем их разгадывать уже в следующем видео, потому что вы в него попадете. Так, ну что, давай с Эпилом начинать хорошую атаку. Ну, единственную, правда. Ну да, у нас у Крэнга классического, как любят его называть, он единственный у нас классический, неповторимый. Всего одна атака, к сожалению. Да, заблокировали способности у Эпил, так эх, думал, добьем. Не так нам опасно, и крокодил ее добьет. Да я думал, мы добьем черепашкой нашей огромной, слэшиком, но слэшик что-то как-то не дал нам хорошего дамага. И вот здесь у нас попкорн, иммунитет и все дела. Так, и теперь смотри. Ядро? Ядро? Кстати, ядро. Ядро в ведро, короче, у нас полетело. И... ух, какая маленькая атака, всего на 154, за что? За что ты так слабенько-то, господи? Так, давай, так, ну, почему-то давай Тадони атаку, мы атакуем, не знаю почему. И атака нашего крокодила. Ну давай крокодилом добьем. Вот, вот это было хорошо. Вот это прям не зря мы Тадони атаковали, хоть у него была и защита. Здесь бы нам, кстати говоря, наверное, все-таки или Бибопа, или Дони атаковать. Давай, давай по Бибопу. Ну давай по Бибопу, хорошо. Мощная повышенная атака, да. Сядем на него. А, я думаю, сядем на него. Но половой тоже бодр можно. Бам, 4. Ну и все равно с одной бы не добили, мне кажется. Так, массовая... А, нет, защиту повышает. Да ладно, еще уклонение. Да что ж такое-то. Ну, да. Бам, 2600. И надо бы добить. Надо бы добить. Давай хвостом. Давай. Есть, ребята. Все, минус один. И осталось двое, кстати говоря. Так, слэшик, ты посмотри, мы Крэнга практически потеряли. Ого. Что-то совсем у него мало хелсов осталось. Ого-го-го-го. Ну, давай послэшу. Все равно у нас уклонение у обоих. Это очень плохо. Я даже не знаю, что нам делать. И смотри, массовая атака, мы, походу, делать теряем? Нет. И понизили еще атаку нам. Атаку понижают, уклонение везде здесь есть. И что такое? Крэнга практически потеряли. Мне кажется, он на последнем издыхании борется. Смотри, а кто нас снял? Дебафы все? Да я не знаю, кто-то из них. Какие-то так, вообще... Так, давай, хорошую атаку. 2300, очень хорошо. Так, один Дони у нас остался. Дони, конечно, у нас боец. Боец-боец. На него массовые атаки все выпускаем. Технодром отправляем. Технодромчик отправляем. Огромный от Крэнга. Вот такой вот мощный луч. И 5900. Хорош. Очень хорош. И что, и давай мощную атаку от нашего крокодайла. Давай, крокодайл наш жгет. И хорош. Мы побеждаем. Так, ребята, самое главное, не забывайте, что в видосик попасть. Все спрашивают, как попасть в видео. Все очень просто, нужно обязательно поделиться. Многие вот пишут, да, комментарии, но не делятся. Надо поделиться, обязательно поделитесь со своими друзьями.
в соцсетях, напишите в WhatsApp, напишите, не знаю, в ВК, куда-нибудь в Инстаграме скиньте, я не знаю, в Дискорде кому-то отправьте. Поставьте обязательно лайк и напишите 3 загадочки. Лучше, самое лучшее писать загадки, потому что загадки все любят, и все мы обязательно их разгадаем. И, конечно, так, можете а мы просто погнали дальше. А дальше мы уже в следующем видео, ребята, все ваши составчики возьмем, так что спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, и скоро с вами увидимся. С вами был Команди Тол, до нас личных видео. Пока. Пока.